изготовление кольца с внутренним радиусом 50, внешним 80 и высотой 10 см. Кольцо находится в центре помещения, поэтому для разметки нужно провести диагонали из угла в угол и с точки пересечения жестким циркулем из профиля нарисовать две окружности для змейки. Не забываем, что для внутреннего радиуса нужно прибавить 1,5 см на гипсокартонный уголок, а из внешнего радиуса вычесть 1,5 см. После разметки по линиям нужно присверлить змейки потолочные. Потолочные змейки делаются из обычной, путем срезания одной из сторон наполовину, для того, чтобы лишний металл не мешался засверливанию дюбеля. Установлены уголки, закрыты швы, все проклеено бумагой и зашпаклевано. Осталось только покрасить.